давно, еще при императоре Сук Цон Тане, жил в Корее один бедняк. Его маленькая хижина стояла на самом краю деревни, на берегу озера. Звали его Ким. Летом он ловил рыбу, а зимой собирал в лесу хворост и менял его у соседа-богача на рис. Ловит Ким рыбу и мечтает, как принесет он соседу много рыбы. Тот заберет у него корзину и даст, как обычно, мало риса. А Ким ему тогда скажет: нет, дай-ка мне вот столько. И, наконец-то, Ким наестся до отвала. Утащит. Ух, я вам! Опять украли! Ух! И решил Ким этого вора поймать.
Я Ким, бедняк. А ты кто? Я тигр-волшебник. Как это? Смотри. Это моя рыба! Я ее ловил-ловил и хотел обменять на много-много риса, а ты все сожрал! Злой! Злой ты волшебник! Вот я тебе сейчас... Вот и неправда. Я волшебник добрый, и за твою рыбу дам я тебе счастье. И будет у тебя много риса, денег всего много. Но только это счастье чужое. Пользуйся им, пока хозяин за ним не придет. Это будет большой человек по имени Чипоги. Запомни, Чипоги. Это что, все твое? Ну да, мое. Как же это? Зажил Ким припеваючи, спит сколько хочет, ест сколько влезет, как сыр в масле купается. Но вот однажды приснился ему сон. Эй, открывай! Я Чипоги, а это все мое, проваливай! И вспомнил Ким, что все это счастье вокруг не его, и что ему со всем этим добром придется расстаться. Кто бы ни был этот Чипоги, я убью его! Убью! 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 Позаботьтесь, пожалуйста, о бедном ребенке. Его зовут Чипоги.
Ким усыновил маленького мальчика по имени Чипоги. И тогда стало его счастье таким большим, что хватило всем. И самому Киму, и его сыну Чипоги, и всем детям его детей, и всем внукам его внуков. И Ким, если не умер, до сих пор живет богато и счастливо.